ножи в рыбу стоим. Нужно больше. Понимаете, сюда. Время не теряем. Все правильно. В итоге кого закинем 25-го? Че там Рогу тебе надо? Какие куски? Всем привет. Ну, мне, в принципе, все боссы нужны, кроме Гидрос, по-моему, такой водяной. С него у меня есть слот. И частично свайшил тут есть. Токены, говорю, какие-то. Токены, штаны и шапка. Значит, ты пятый шаман, паладин, рок. Кому нужен в рейде на мейн? Дарт, тебе все куски нужны, да? Только голова. Ну, собственно говоря, ты в пролете, рога. А штаны? Мешку. Нет, только голова. Ну, видишь, там, шторм, тебе какие куски нужны? Мне перчатки нужны, и, ну и голова такая, это не обязательно. Главное перчатки. Лага. Если что, у меня покупатель на паловские штаны и перчатки есть. ЗС-ки, перчатки, голова. А так вот. Но голова не обязательно. О, штаны вроде тогда никому не нужны. До босса дойдем, то а там решим. Ты говорить можешь, Бронс? Да, да. Что-то привет. Доступ есть? Ты это давай? Да, конечно, есть. На лексонологии все в ВГБ идут. Сядь. Когда ты пыдешься. Терпятый на вара приста, друиду ДК. Кому еще нужен урей? Ну, мне Бронсону надо. У тебя ЕП нету, можешь забыть. Сядь. Ну, не сумонит, я не знаю, сделай что-то. Так, а отъехал тоже ЕП нету, это в пролете. Редвар, тебе какие куски нужны? Ну, значит, пойдем без байеров. Чего, Грин Персик на замене? Ну, у него ЗС-ка, да нет, его пускай висит. Перетащите его тогда с восьмой. Нет, он на замене висит, да, у нас рейд полный уже. Ну, потому что он тут в инсте, Грин Персик. А кто его суммонил, нахуя? Я сам прилетел. Все, торопишься? Не, я улетел. Если хочешь, я могу вступить, какие-то боссы тебе нужны. Если руки не нужны никому, то можно взять. Редвар забирает все куски, поэтому не получится. Шкаф еще раз поставьте, сядя нету. Вага, а ты кулаки раздавал, да? Нет, холик.
Я касочку, значит. Обязательно. Шкаф еще раз и сядь осумнуть. Рыбы где? Че никто не поставил? Да была. Дайте мобильный банк. На все похуй. В танках у нас, значит, Войд и Редвар. Два протовара, понимаю. Рейд сильный, мы, может быть, конечно, все пройдем. Демон есть, спек у кого? Локи. Прием, прием. Что, сейчас ролл будете кидать? Кто в демона спекает? Ну, я пока просто спрашиваю, у кого есть демон. Могу и принудительно кого-то спекнуть. Госом-то я в демона. Ну, вон, и раз есть у человека, значит, чернотроль пускай спекает. РЧ на пул. А тут второй танк только для трёшек, да, по-моему? Каску прийти. Ну да. Ловите, Рыбёха. Смотрите, особо не бейте, у меня так 5 нету. Войд МТ, ты на подстраховке. Че началось-то? Ну народ дай бы. ГМ вагон. Танки, блять, промолчу какие. Короче, протвары. Я думаю, это 1000. Хуища. Хотя протваром можно будет, я в принципе согласен. А кто там на пуле? МК мне. МК не дает. Спрашивает, почему нет. Ну, три на пулу вроде точно есть. Вот работают ли они, хуй его знает. Проверь, а то может это отместка за 1000 гп. Хотя нет, стопудовый такой. Конечно, замен рейд портит. Угу. Подговаривает. Розария, да, псих-кулак? И лапу по рейду можно обновить.
Есть немного мазур. У всех это уже багается или только у меня? Кира, подключаю слух. Вот я и спрашиваю, у всех это так багается или только у меня? Как еще можно было так это придумать? Рада, у тебя там байеры на маговские пуски, или что я так не знаю? Не, уже все, голды нет. И у тебя персы уже отвалились, да? Да, да у меня двое. Один КД повесил, второй говорит, я с гильдой штаны выбью, на голову, потом к вам. А на сколько мут в чате дают, когда спамишь часто? 10 минут. Есть на чест, ну и поскольку голова дарта уходит, так лабы на голову. На чест у меня тоже есть Павловский, там и шаман. Ну а мне так кажется. На меня там этот шаман сидит, последний кусок, который забирает, еще давно уже берет. Фарады, Кирса, мы когда с ДВшниками в Волка обычки были, они же был половину там вроде, да? Ой, если бы я знал, Вага, я с вами на этой неделе... Ты в обычке был Фарад, не? С ДВшкой. Вроде да, да, был. Чё? Да у нас тут хитрый план ждать его в обычку, типа, чтобы он пистон полутал, а я как схлынул на КД. А, у него КД! Понимаю. Ну да. Не, ну он, конечно, красавчик. Разве у него КД? Ну я вот журнал чекнул, по-моему, начисление там есть за ОКО, и там его паладин присутствует. Mm-hmm. Если он, конечно, на замене сидел. Да, нет, начисление у него могут как угодно.
Нет, Сова, он точно на этом КД не был. У меня вот там в журнале видно, типа. Но... Если СК он был ДКшкой, вот только там ЕП напало. Миша, посмотри налево. Ну. Про это лужа тоже почти на всю территорию ЗСК работает. Какими-то обрывками. Нет, я не вижу. А я вижу. Мы то, что были, там, по-моему, релил войт вообще. А, слушай, да, он в ЗСК был. Танчил. Нет, в ЗСК я видел, что он танчил. А вот в ОКО был ли он? Нет, я просто... В ЗСК он был на ДК, по-моему, или нет? Нет, он был паладином, по-моему. Типа, ОКО релил войт. Там Лёха, может быть, был где-то просто на замене в офлайне, но в рейде его не было. Да блин, это все по записи ж можно посмотреть, войт же пишет. Войду по кайфу снизу под водой драт. Подводный бой про товар. Че, вы засуманьте его? Да, проще засумать, постарше. Да нормально, он там с рыбками бодается. Че, протвар не тонет? Я понял, что у меня крита не хватало. Я после ПВП доспех не спал. Бегаю с магическим, думаю, где мой крит. Может, ты еще и спек забыл поменять? Спек нормальный. Это сейчас прикидываю, бегает во фросте, бьет фаерболами. Да у меня бывало то, что я забывал брели переставлять, бывало ПВПшный сэджикер. Я сейчас тоже пошел ПВПшить. Я сейчас тоже свалил по ПВПшить. Да блин, я ПВПшил локом на X3, и я понял, что это просто боль, блять. Там куча ДКшников, куча варов, а ты для них как мясо просто. Там сразу, блять, 3 гриппа, 4 чаржа в тебя, и пиздец. Ты ушел на кладбище. А, ты кайфанул от игры лока на БГ? Ага. Я решил забить, короче, на X3 теперь. О, все, великого волшебника обидели. Пизду, блин, такие мучения. На маговские штаны нашел Байера, короче. Вы представляете, да? Не маг нахуй вара гоняет, блядь, а вар нахуй надо. Да? Не, он там за лока я играет, вот. Редвар. Да он и магом пизды получает. Ну, понятно. Кого, блин? Афлики делаешь и все, и даешь вару пизды. Ага, когда их 4 на тебя нападает, блин. Скучил. Ты что думал, сами... ты зайдешь на БГ, тут доту кинешь, там упадет кто-то? Сами от доты падают. Я вам сегодня играл магом против Афлика у нас здесь. И типа, Афлик магу вообще нихуя не сделал. Я тупо дисплею все его декурсы эти, кроме нестабилки, и все. Грамотный лоб доты повесить, перекроют их нестабилки. Не абы как их навесить. Так я, понимаешь, физически не могу нестабилку диспелить. У меня не работает диспел. Это как так? Но он не воспринимает диспел нестабилку. Она не идет как проклятие. У меня аддон показывает, что я могу диспелить, что нет. Ну ты ж не выбираешь, что именно диспелить. Ну, Миша, а ты в курсе, что тебе и без аддона подсвечивается, что ты можешь диспелить? У меня они, как это сказать... таким... мигающие шипиками крутятся, то, что я могу снять. Заберите моба в рейде. У меня фрейм подсвечивается фиолетовым, а если себя в таргет брать, то там такое кручение, короче, идет. Ты ж не выбираешь, какое именно, что тебе снять, а оно же само там. Ну да. Фарада, а у тебя какой левел этого ПВП-шмота? Здесь? Или да, на... здесь. 70. Да, ради интереса подвалиться с тобой хочу.
Это Фрост? Я начинал делать фаера, но... Вы можете пулить нон-стопом, но манна у меня кончается, хилить вас скоро будет некому. Ну-ка, друиды Элгрилу залили иннер. Я, блядь, сесть не могу, быстро. Попить меня сбивает кастом. Бабл таким бухим голосом сказал, как будто попросил ему рюмку водки налить. Просто баблу надо налить. Налить я себе коньяка наливаю, как бы, без проблем. А вот манны налить не могу. Следующий иннер за счет бабла. Следующий иннер за счет бабла. Вага, там коват пати просит. Ну, хоть один танк нормально появился. Да, вот народ там правильно пишет, что нестабил какая-то магия, проклятие. Но типа порчу, агонию и этого блуждающего я могу. Всякие там косноязычия, вот это все это тоже снимает. А нестабилку никак не снять. Ну, тем же самым, снятием проклятий. Порча это не проклятие. Себе, это, по-моему, блять, у тебя что-то неправильно работает. Порча это магия. Ну, оно снимается. Оно и то считается, по-моему. Да охуевший, значит, маг. Иди курсить, иди спелить, по-моему, можно. Найду описание. Вот навожу на порчу, пишет магия, объятие тьмы, магия, дух, магия, проклятие агонии, проклятие. Типа он не может ни дух снимать, по идее, ни порчу не должен снимать. Я такое первый раз услышал, поэтому мне интересно стало, как он это все дисплеит. Меня подсвечивает, я жму кнопочку. Тогда неудивительно, что ты Африка выигрываешь, по идее, блять, маг хуй Африка, когда выигрывает. Может оно правда как-то криво работает, не знаю. Я никогда не задавался этим вопросом. Я что заметил, у нас у всех людей в моей составе, ну не у всех, у некоторых, какие-то проблемы с бафами. У Мозера вечно ему не хватает РДД тотема. Полина вечно орёт про инту. Эрик Смит переговорит про тотем гнева. Коника про Милихас постоянно. Коника про Милихас, да. Мне теперь Неликс пишет, я тотем гнева хочу. Он постоянно в упор стоит, понимаешь, к нему? Да ты возьми, сделай скриншот тотема гнева, отправь ему вниз. Будет всегда с ним. Может его распечатать? Сделать из него такой, знаешь, в рамочку вложить и куда-нибудь на стенку. Куликантов не нужны. Кот, вот знаешь, я вот на Ларе и вообще, в принципе, на всем оках и вообще без аддонов играю. Знаешь, как по кайфу оказалось? Нифига не видно, нифига не понятно. Да, все побежали. О, у нас что сегодня? Три лемы? Ладно, я танчу там. Библ танчу. Просто спас крысу. Три лемы выстрел. Дарт, у меня ПВПР шам сейчас. Ребят, три моба сзади, разверните, пожалуйста. Чё, надо показать?
так удалился, что ты сейчас в хиле стоишь. Кстати, дарт-то было сложно на БГ просадить. Один раз на БГ был месяц 4 назад. Тогда и было. Но я, правда, один тогда хуже. А тут два танка, да, по-моему? Или один? Один на копии и второй на основу. Гуманоид форма и демон форма, вот. Начинают танчить. Короче, мне копии пора содержать, да? Ну, попробуй. 9, 8. Ну. Миша, так не получится. Сука, вот специально дождались, когда стаки спадут, сейчас пульни. Бабл, жестко, почему не готовы? Касочку? Вот это сделал. Не знаю, побежали на мосу, но... Понимаешь, ни одной единицы урона еще не было нанесено. Кто спорил, признавайся, плюс в чат. По шустренькому. Либо я просто видос потом посмотрю. Это закончится крайне печально. Войд, босса убьем. Посмотри, пожалуйста, кто это сделал. Да какую Геру? Гера всегда на второй фуре. Вообще Гера здесь дается. Тот момент, когда он раздваивается. То есть под экзегут фазу. Ну, по идее должна, но... Не знаю. По-моему, уже всем фиолетово все дают на... А тут все как обычно. Но... Просто на демон форму дает, потому что он стоит на месте, не шевелит. Типа проще здесь дамажить. Миликом не надо бегать, РДД спокойно стоит на костер. Да, это тот. Демона убей, вар. Надо ему ничего подсказывать. Хули он передо мной. Это все лишнее. Элбри. Сейчас его в МК возьмет, я его ебну, а потом ГП ему начислю. Двойное удовольствие, да? Yes, of course. И вара убил, и ГП начислил. О, Элбри, ну ты чего? Ну что за дела-то? Не бейте моего креста. А давайте его просто не убивать до конца. Я его не успел просто не убить. Эло, котик, может ачивку бы дали спасти рядового Элбрила там. Да у меня клавиша бы выключена была, сижу вон с сыном, переписываюсь еще. Говно не отмажешься. Вот скажи мне одну вещь, Эл, почему? А, он тебя взял под контроль, ты подбежал и сломал мои тотемы. Я не знаю. Я кольцом света долбил, как бы, но что-то это... Не очень получил. Опытный ПВПшер. Сразу видно. Просто знаешь, вот тотемы вообще дальше всех стоят. Вот именно на них побежал. Камень станет до сих пор. Почему я иду тебя? Не один ты. Просто в падлу скидывать, понимаешь? Даже талант с обкидыванием в падлу. Я до сих пор без символа бегаю, причем. У меня бил чисто поток ХМ. Бля, у меня фурики, по-моему, больше аграна хочу в этом пройти. Ну что ж поделать. Рот ворон такой прекрасный. Нет, доспех.
Хоть дэдэшмот мне выйдет. Фу, блин. Вот надо было ему в последнюю секунду в мою сторону побежать. Чего же обосла? Я на магии в этом КД вылетел именно в такой же момент, если что. Я там тень пиздит. Ну там подкинь. Зачем? Я все равно с визелками в ХП проживу. Я знал, что пригодится. Просто как-то странно. Ну что началось-то? Дровище какая. Товары, не люди. Спасите, помогите. Интересно, знаешь, как получилось? Я перед его исчезновением кинул бомбу, и когда он появился, она взорвалась сразу. Просто не проебываю дамаг. Народ в танка. Эдваром народ идут дальше танчить трэш. Войт, посмотри, пожалуйста, на видосе, кто это спулил. Так, Миша, я тебе больше скажу. Я аналогичным образом на магии этого же лича бью. Бомбочка ровно взрывается перед тем, как нас затянет.